Шлем, кольчуга и меч – так выглядели доспехи русского воина во времена Александра Невского. В числе прочих она представлена на выставке. Среди экспонатов также летописные миниатюры, фрески, иконы, изображения предметов прикладного творчества и орденов, которые связаны с заслугами князя перед Отечеством. 12 сентября – день памяти этого святого, то есть праздник этого святого. И, соответственно, к празднику как раз сосредоточено несколько мероприятий, в том числе и данная выставка. В экспозиции также репродукции картин известных художников. Например, портрет князя, написанный Павлом Кориным, или «Невская битва» Алексея Кившенко. Гостям здесь готовы показать и документальные фильмы о жизни и подвигах Александра Невского в Великом Новгороде. Этот фильм будет предлагаться каждый день к просмотру, в зависимости от того, какая группа, конечно, будет. Когда маленькие детки, мы будем показывать фильм меньше по формату. Выставка запланирована в 5 городах края. Первым стал Барнаул. Далее – Рубцовск, Алейск, Новоалтайск и Заринск. Экспозиция будет работать в зале Барнаульской епархии на Ленина до 26 сентября включительно, с 10 до 4. Посетить ее может любой, кто интересуется российской историей. Анастасия Болотина, Александр Антропов. День с толком.